Продолжаем просыпаться, друзья. 31 марта у нас на календаре, и приближается горячая пора во всех университетах. Это вступительная кампания. В этой связи 2 апреля в ведущем техническом вузе страны пройдет День открытых дверей. И вот о программе мероприятий и об особенностях поступления в этом году прямо сейчас поговорим с начальником медиа-центра Белорусского национального технического университета Ириной Комадеей и первым проректором Георгием Вершиной. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, вот мы на самом деле знаем, что завтра исполняется 20 лет со дня обретения статуса национального технического университета. Примите, во-первых, наше поздравление с этой замечательной датой. Спасибо. Ну, а теперь к дню сегодняшнему давайте перейдем. Расскажите нам, пожалуйста, об НТУ. Сколько там факультетов и специальностей? Вы наверняка знаете. БНТУ, можно сказать так, это кластер, комплекс образовательной, научной, инновационной и производственной деятельности для подготовки специалистов для нашего народно-хозяйственного комплекса страны. Структура очень сложная, у нас не хватает только детского садика. Это непрерывная система образования. У нас лицей с физико-математическим уклоном, 9 колледжей, 17 факультетов, первая, вторая ступень, 5 институтов, из них 2 занимаются дополнительным образованием взрослых, реализацией программ. У нас свой научно-технологический парк, у нас институт Конфуция, который на перспективу уже занялся вопросом подготовки специалистов для парка белорусско-китайского «Великий камень». Свой завод, свой санаторий. Могу рассказывать бесконечно. В общем, такой город, но... даже не то, что город в городе, страна в стране. Мы понимаем, конечно, свою, скажем, там, значимость и так дальше, но больше понимаем ответственность. Может быть, забегая вперед, надо сказать, что 85 специальностей, которые даже в этом году мы будем принимать, это 60% подготовки специалистов для народно-хозяйственного комплекса страны. По всей закрывайте нашей вы республике Беларуси. Вот по каждой специальности. Это минимальный практически уровень. Есть специальности, которые единичные, которые никто не готовит. Но если так вот сказать в целом, конечно, сегодняшний девиз национального университета, это, ну, слава слову, у одного университета такое есть, национальное, мы этим и ответственность понимаем. Надо сказать, что сегодня мы вот на 100% вошли и реализуем университет 3.0. А вот касательно специальностей, касательно факультетов, есть ли какой-то, может быть, топ самых популярных среди абитуриентов? Или этот топ постоянно меняется из года в год? Есть, конечно, самых популярных. Какие? В данном случае есть как тех единичных, которые никто не готовит, а готовит только БНТУ. Так. Если мы берем, скажем так, ну, для красоты, дизайна, эстетика, конечно, это архитектурный дизайн. Там очень одаренные дети поступают, ну... Просто слезы льются, когда кто-то из них не проходит по конкурсу и так дальше. Развитые такие создают красоту, в том числе и нашей страны. У нас по этой специальности, что не курсовой проект, то внедрение. Там наверняка еще и конкурс на место. Да, очень большой конкурс. Конечно, популярность энергофакт, там все специальности, это энергетика, это вплоть до того, что атомная энергетика, это очень достаточно популярность. Но когда абитуриенты, вот, может быть, мы всегда говорим, там, ну вот, готовим айтишников, тоже факультет есть, роботов и так дальше. А вот почему-то материально много платят, хорошо зарабатывают. Я немножко абитуриентов скажу, что у нас дорожники больше зарабатывают. Ну вот касательно вот атомной энергетики, да, вы, я знаю, что вы готовили специалистов еще за несколько лет до того, как у нас открылась в нашей стране атомная электростанция. А будут ли какие-то новые направления в этом сезоне, даже можно так сказать? Я не помню, давно работаю, работал в БПИ, работал в БГПА, работаю в БНТО. Значит, каждый год какое-то новое направление в БНТО открывается. И, скажем, прошлый год берем атомную энергетику. У нас впервые открылась специальность проектирования и эксплуатации атомных станций. А если мы говорим этот год, разнопланово, продолжаем прошлый год 4 специальности, плюс в этом году у нас есть направление специальности «Цифровая экономика для промышленных предприятий». Это совершенно новое.
Но не учеба единая. Я знаю, что БНТУ предлагает студентам еще и очень различный спектр других активностей. Ирина, я знаю, что вы нам о них расскажете. Что еще можно сделать в БНТУ, кроме как выучиться? На 4-6 лет БНТУ для студентов – это не просто место, куда они приходят за своей специальностью. Это для них, в первую очередь, дом, это место, где они обретают друзей. Но наша задача – это развивать способности спортивные наших студентов. У нас более 90% студентов охвачены спортивно-оздоровительной работой. Это культурная массовая деятельность. У нас в БНТУ проходит за год порядка 400 мероприятий, даже больше. У нас есть 20 коллективов, 6 из них имеют статус народных коллективов. В общем, технари могут еще и, так сказать, творчеством заниматься, получается. Творчеством, но и профессиональным спортом. Мы гордимся нашими студентами, которые участвуют в Олимпийских играх. Это Антон Смольский, это тяжелоатлеты Эдуард Зизюлин, это... Ну, в общем, наверное, 30 видов спорта, вот, которые у нас есть, да. 22 из них олимпийских, и практически во всех видах спорта, ну, скажем так, наши студенты есть кем гордиться и в топе. Вот. Кроме этого, это общественная деятельность наших студентов. У нас действует 12 волонтерских отрядов, причем деятельность этих отрядов выходит далеко за рамки БНТУ. Это волонтерские отряды, например, архитектурного факультета, которые в рамках летних волонтерских лагерей рисуют муралы для, ну, по всей республике. То, что мы потом видим. Да, да, например, в Зубрёнке можно наблюдать как раз творение наших студентов. Это волонтерские отряды, которые вот годы исторической памяти восстанавливают памятники. Например, сейчас в деревне Юнушковича Логойского района наш новый отряд занялся восстановлением памятника. Причем это не просто озеленение, да, или там территория возле. Это полный комплекс восстановления от от проекта до реализации этого проекта нашими студентами, нашими преподавателями. Ну, в общем, интересная программа, насыщенная. Кстати, насыщенная программа будет еще и 2 апреля, потому что у вас остается день открытых дверей. Кого ждем, чем будем удивлять, что расскажем? 2 апреля, ну это вот уже буквально послезавтра, мы ждем в БНТУ наших абитуриентов, надеюсь, наших будущих именно студентов, их родителей, друзей, которым мы с удовольствием расскажем про все наши факультеты. Студенты, абитуриенты и родители смогут пообщаться с деканами факультетов, с преподавателями, со студентами, да, чтобы прямо из первых уст узнать, какие предметы они будут изучать, насколько сложно, например, учиться по той или иной специальности, насколько интересно и кем они смогут стать по выпуску. Кроме этого, у нас будет работать интерактивная зона для студентов, фотозона, можно будет пройти профориентационное тестирование для того, чтобы определиться с будущей специальностью. Что вы пожелаете своим абитуриентам, будущим, которые к вам придут? Наверное, так вот коротко, по одному пожеланию. Я бы, наверное, пожелала получить не только, скажем так, удовольствие от этих лет пребывания в университете, обрести друзей, да, ну, скажем так, потратить это время с пользой. А мы для этого готовы сделать все от нас возможное. Георгий Александрович. Коротко. Хранить традиции, жить настоящим и творить будущее. Замечательное пожелание. Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. Но я напомню, что у нас в гостях были начальник медиа-центра Белорусского национального технического университета Ирина Комадея и первый проректор Георгий Вершина. Ну что ж, хорошего дня мы вам еще раз желаем.